Что нужно сделать, чтобы вернуть доверие европейцев к ЕС, чтобы идея единой Европы снова стала популярной? Популярность ЕС в первую очередь зависит от чувства солидарности. Я не имею в виду слепую благотворительность. Я говорю о взвешенной и искренней солидарности. Думаю, что вынужденная, но недальновидная политика экономии не помогла Германии. Согласно моим личным подсчетам, политика экономии затормозила развитие Германии в момент, когда страна могла стать еще мощнее. Мы не должны забывать, что когда стран 28, то об единогласных решениях можно забыть. Тот, кто думает, что 28 стран могут договориться, мыслит противоречиво и непоследовательно. Однако очевидно, что для восстановления доверия в глазах европейцев мы не имеем права позволить ссориться из-за каждого малейшего вопроса. Мы не имеем права показать, что нас легко разъединить. Несогласные будут всегда, потому что мы разные. Но это не должно перерастать в проблему. Управление в Европе должно быть направлено на то, чтобы сделать ее лучшим местом на Земле. Grande. Molte grazie, Presidente. Grazie a lei.